Всем привет! Вот я мастер, фломастер. Приклеил плитку, затер ее, потом подхожу, а плитка у меня ходуном ходит. Короче, всю простучал, и вот эта плитка ходила у меня ходуном. Короче, пришлось оторвать 4 плитки и заново все приклеить. Но уже приклеил, не стал разводить этот клей бетонный, приклеил на такой клей. Ну, короче, хороший клей, мощный. Хотел сначала, думаю, может промазать, так приклеится, но нет, все-таки оторвал и уже сделал все намертво, чтобы не отвалилось, потом Ольга будет посуду мыть, что-нибудь отвалится. Так, музыка играет, громко еще потише сделаем. Ольга с Евой в бассейне, купаются с утра. Я решил сейчас поменять кран, пока их нет, и посудомойку тоже вытащить. Она сейчас стирается, я там пару кружек закинул, сейчас быстренько постирается. Вот, а пока буду разбирать кран. Вот такой у нас кран, да, вот говорил, Орос. Короче, он где-то что-то тут подтекать стал. Ольге со мной говорила уже 1000 раз, надо поменять, что хочет другой. Ну, раз купили. Давай сейчас распакуем тот краник, посмотрим, как выглядит. Распаковка крана. Так, это нам подключать посудомойку. Это тоже. Это силикон, вот мы купили для кухни специальный. Ну, специальный, не специальный, не знаю, чисто белый. Вот чтобы вот этот шовчик здесь вот так вот промазать. Ну, чтобы вода туда не затекала. Не знаю, делают, может, какими-то накладками или чего. Ну, вот такой силикон. Для кухни и для душа. Так, это мы потом, когда все сейчас высадим, затянем. Давайте посмотрим, что у нас здесь в комплекте. Сначала маленький пакетик, что у нас здесь. Пи-пи-пи-пи-пи. Так. 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 Так, чтобы еще понять, что это. Куда-то что-то закручивать, короче. Так, это мы потом разберемся. Тоже какая-то штучка куда-то. Сюда, что ли? Короче, придется инструкцию смотреть. Сейчас быстренько пробежимся. Это что, вот так собирать? Я надеюсь, он собранный. Так. Так, так. Это в мойку, это в столешницу, это так, это сяк. Ничего не понятно, но очень интересно. Давайте посмотрим, что у нас тут с краником. О, еще одна штука. Ну, все так нормально, упаковано, шланчики не короткие, никак, ничего не скажу, что плохо упаковано, для такой небольшой цены. Так, нам главное его сейчас тут клей, а нет, масло какое-то. Так, масло, ну какое оно. Что у нас влезет. Так, я одену пока на него этот, как его называется, чехольчик, короче. Вот так. Так, что-то он как-то слабенько так болтается. Ну-ка, ну-ка, что здесь будет у нас? Ну, ничего себе, клюв такой будет. Вот так будет. Только будет вот так, в центр. Ну, слушайте, нормально вроде будет. Все. Горячая влево. Так, а здесь что? Он. И открыто. Закрыто. Это что закрыто-открыто?
А это что закрыто-открыто? Я не знаю, что это закрыто-открыто. Это, наверное, закрыто-открыто на эту, на посудомойку. Короче, ладно, сейчас снимаю этот, отсоединяю посудомойку, сначала устанавливаю кран, а потом уже будем выдергивать посудомойку. Короче, снял я для удобства дверь, систему НИПИ. Вот это забыл, как снимается, вроде бы сам устанавливал. А, она вообще у меня прикручена. Ладно, это не в этом дело. Ой-ой-ой-ой, что там у нас? Ой-ой-ой-ой. Короче, такая вот система у нас здесь пока. Старая система НИПИЛЬ. Трубы эти менены недавно. Короче, сейчас мы что, перекрываем здесь-здесь. Это все мы шляпу выкидываем. Это с посудомойки тоже все выкидываем. Опаньки, посудомойка, я думал, ты уже все. А ты еще у меня сушишь. Короче, когда мы купили дом, было вот это, и напрямик был подсоединен только этот, ну, сам кранник. Тут потому что ни посудомойки, ничего не было. А этого я уже сам тут придумывал, выкручивал. Короче, сделал вот так вот отводку на посудомойку. Вот она. Такая фигня. Вот. Это вот у нас с Икеей что? Ну мы всю мебель эту покупали в Икее. Короче, сколько? 7 лет, так пока еще не развалилась. Икея рулит. Короче, такие пироги, ладно. А, посудомойка у меня еще стирает. Надо тогда ждать. Ой. Это сверху, это снизу. Этими зажимаем. Вставляем. Вставляем. Что мы вставляем? А как он держаться будет? Короче, вообще трындец. Опять не получается. Блин, сложная фишка такая-то. Это нам надо, чтобы вот это у нас попало сюда. А как оно так попадет? Вот. А, вот. И получается, она значит у нас расширяешь и. Наверное, рассказал вообще ничего не понятно. Ну ладно. Главное результат, да, сделаем, и все будет четко. Посудомойка, наверное, отстиралась у нас. Плитка приклеилась, которую я приклеил. Больше не отвалится. Ева, плитка отвалилась. Да, я заново вон приклеил. Поздравляю, спасибо. Чего не верится? Да, да, иди посмотри. О, видишь, что я заново. О, смотри. Все стоит заново. Ударил очень сильно по стенке. Так. Посудомойка, что у нас? Отстиралась? Отстиралась. Так, сейчас пусть она остынет. Начинаем. Закрываем воду. Короче, все равно она сейчас потечет здесь, скорее всего. Нам эти гайки нужны. Нам придется распилить эти медные, чтобы вытащить гайки, потому что там кольца. Сейчас ключики подбираем. Кстати, вот эти два ключа, сам прикол, я их покупал в Санкт-Петербурге. Еще Ольга училась, это было лет 15 назад. Потому что у них в ванне потек кран, там что-то я не помню, и ключей вообще не было, они квартиру снимали, было поздно вечером. Я побежал в магазин, купил два ключа, закручивал краны, вот до сих пор они у меня. Ну, очень хорошие, качественные, русские, какие-то советские ключи, блин, столько держат. Так. Тут на 19 было, а ну-ка проверим. Да, 19.
Что, пробуем откручивать? Сейчас вода потечет. Евочка, а сейчас ничего не надо. Нет, а, потекла вода. Теперь то же самое делаем с холодной. Да, надо будет срезать мне эти гайки-то, мне нужны. Может, у меня такие гайки и есть даже. А если есть, то где? Кто знает. Да ладно, срежем эти гайки. Короче, старая система крепления. Почти такая же система. Блин, поранился. Сам устанавливал, не помню уже, как устанавливал. Все. Сейчас пробуем устанавливать кран. А там уже дело за малым. Очень неудобно. Вообще неудобно. Вон ключик туда. И вот так, по чуть-чуть. Пока ты его туда засунешь. Ну, уже держится. Как будто вообще кран не отсюда. Ладно, сейчас подключаем. Так, сначала подключаем холодную. Так. Гаечку. Колечко. Холодная вода.
сейчас. Блин, такие длинные провода. Так надо будет мне крепеж какой-нибудь сделать, чтобы они не мешали здесь. Да, вот так в сторону убрать. Потому что вот так сделать надо будет. Что, затягиваем? Пробуем затягивать. Не знаю, подтечет, не подтечет. Пробуем, первая попытка. Если что, колец много. Не знаю, насколько сильно надо крутить. Сильно пока не будем закручивать. Проверим пока холодную воду. Так, посудомойка потекла. Почему? Потому что она не до конца закрыта. Короче, я не знал, теперь понял. Вот этот кранник открывать-закрывать посудомойку. Короче, вот открываем. Вот потекла, да, это вот на посудомойку. Надо всегда, чтобы было открыто, не забыть. А то будем стирать без воды. Надо Ольге будет сказать и Еве, чтобы не нажимали этот краник. Короче, ну что, вода холодная пошла. Холодная. А где вода-то? Ладно, подключаем теперь горячую воду. Таким же макаром. Все просто и никаких проблем. Так, тут у нас что, главное, чтобы ничего перепутано не было. Так. Сейчас проверим. Чтоб там все четко было, чечетко. Ничего не мешалось. Ничего не мешается. Все надо потуже затягивать. Ну что, проверяем, потечет, не потечет. Здесь все сухо, здесь все сухо. Блин, такие все так просто, эти крепежи, правда. А я тогда с этими медными трубками мучился просто. Что-то там не дожал, чуть вправо-влево ушло. А, течет горячий, нет? Горячая. Ух ты, прям. Ну что, такой кран. Сейчас, ладно, доделаю плитку. Затирку, это все собираю, здесь шкафчик, закрываю все. А, нет, это посудомойку. А посудомойку уже будем вместе с мамой устанавливать. Если правильно установил кран, поддержите лайком. Может быть, кому-то пригодится, правда, как установить кран. Ну, всякое бывает, у кого-то первый раз, у меня тоже второй раз в жизни кран устанавливаю. Ладно, все, всем пока.